очко сегодня дебютировали в официальном матче. Ваш комментарий, довольны матчем, довольны дебютом новых игроков вообще в целом по игре? Ну, да, доволен я буду уже после турнира, когда я просмотрю матчи уже и с Кривбасом, когда мы сыграем, и с Донецком. Про новичков пока что ничего не скажу. Ну, выделяется, конечно, Максим Слыш, ну, понятно, что мастер с большой буквой. Про остальных уже поговорим после турнира. Что с Шевчуком? Это просто хоккейная ротация. Я слышал, у него есть какая-то травма, повреждение. Он будет играть на турнире или же у него там травма? Нет, на турнире Миша не будет играть. У него, он еще восстанавливается после травмы. Так что будут другие вратари играть. Сегодня капитаном был Владимир Романенко. Говорит ли это о том, что вы определились капитаном на сезон? Ну, там посмотрим. Посмотрим. Пока решили старого капитана оставить. И еще один вопрос не могу не спросить. Иван Петгурский покинул команду, перешел. С чем это связано? Ну, это было совместное решение. Хватит уже как бы работать под руководством отца. На вольные хлеба пусть сам доказывает уже. Как бы это нормальная практика. Ну, и, конечно, тяжеловато, когда сын и отец... Тренер, сын, игрок. Это, ну, тяжеловато. И пару слов по завтрашнему сопернику. Сегодня состоялся первый матч хоккейного клуба «Кривбас», созданной командой несколько месяцев назад. Завтра вам с ними играть. Что скажете по этой команде? Не, ну, сегодня просматривал игру «Кривбас» и «Донбас». Команда мне очень понравилась. Быстрая, силовой хоккей. Посмотрим, завтра будем настраивать. Все будет видно в личной встрече. Так мне команда понравилась по игре с Донбассом.